смотрю, а в соседней комнате горит все. Ну, я думала, доберусь как-то сюда, хоть вещи взять какие-то одеть, ну, чтобы босиком же было. А там все завалено, и стены. Ну, я поняла, что... А люди мне кричат. Ты живая, кричу, живая. Вылазь, выпрыгивай, потому что вдруг рванет. Ну, я вот в окно вылезла. Это чудом просто уцелела. Где-то около двух часов. Толком даже и не поняли. Уже взрыв, проснулись от того, что взрыв и у соседей дом горит.